Фронтовые песни и стихи времен Великой Отечественной войны. В рамках проекта «Герои Химок» для жителей города выступили творческие коллективы и сольные исполнители. Помимо горожан, в концерте приняли участие лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Инна Монастырская, Александр Якушин и Владимир Суслов. Концерты — это дань памяти всем ветеранам, всем людям, которые не вернулись с войны. Это наша память, которую мы должны передать нашим детям. Концерт посвятили контрнаступлению Красной Армии в битве под Москвой, которая стала первой победой советских войск в Великой Отечественной войне. Это были очень тяжелые дни с большими потерями и большими историческими победами. Условно этот период можно разделить на два этапа: обороны Москвы и после 5 декабря наступление наших войск, которое ознаменовало великий сигнал всему миру. Красная армия победит. Такие концерты стали доброй традицией в Химках. Их проводят в парках, скверах и даже во дворах многоквартирных домов, чтобы каждый желающий смог поучаствовать и почтить тех, кто ковал победу.